район Кипрелю – это каньон и национальный парк провинции Анталии в Турции. Он простирается на 14 километров вдоль горной реки Кипрючай. Ее ширина достигает порядка 100 метров и имеет множество порогов. Именно поэтому это место популярно среди любителей рафтинга. Смотри это видео до конца, и ты услышишь, как наш капитан поет турецкую песню. Поехали! Огонь!
Если тебе понравилось это видео, ставь лайк и подписывайся на мой канал. Bye-bye!